Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0, в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Федеральный Минстрой изменяет критерии для обманутых дольщиков. Предлагаемые ведомством изменения, в частности, сокращают срок ожидания, после которого собственников квартир в недостроях включают в реестр. Сейчас время просрочки исполнения застройщикам обязательства по передаче квартиры составляет 9 месяцев. Этот срок сократят до полугода. Объект строительства будет относиться к проблемным, если в отношении застройщика введена хотя бы одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве. Также препятствием для отнесения объекта к проблемным не будет являться нарушение застройщиком проектной документации. Проект постановления Минстроя опубликован на портале нормативных правовых актов. Его общественное обсуждение продлится до 13 декабря. Напомню, сегодня в России насчитывается около 37 тысяч пострадавших дольщиков. В Кировской области таковыми официально признаны около 200 человек. В реальности цифры выше. Как раз потому, что значительная часть дольщиков не может быть включена в реестр пострадавших из-за бюрократических проволочек. Дайджест недвижимости. Между тем, за последний год каждый пятый застройщик в России покинул рынок недвижимости. Ушедшие компании либо решили сменить вид деятельности, либо на неопределенное время заморозить запуски новых объектов. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на данные рейтингового агентства строительного комплекса. На ноябрь этого года количество девелоперов, имеющих жилые объекты в активной стадии строительства, оценивается в 4300 компаний против 5500 годом ранее. В целом, количество организаций в строительной отрасли сократилось за год со 146 до 120 тысяч. «Известия» отмечают, что часть компаний существовала только на бумаге. Число фирм, ведущих реальную производственную деятельность, снизилось с 80 до 78 тысяч. Причиной ухода строительных компаний является общее состояние отрасли, снижение объемов работы, ужесточение конкуренции и кризис неплатежей со стороны заказчиков, написано в статье. Дайджест недвижимости. Сайт объявлений Авито запустил новый сервис для арендаторов квартир. Арендодатель может подтвердить свой статус собственника жилья и получить знак «Проверено Авито». Для этого нужно нажать соответствующую кнопку и дождаться звонка от представителя сервиса. Если адрес, площадь, количество комнат и состояние квартиры соответствуют описанию, а у арендодателя есть документы, подтверждающие право собственности, то объявление получает статус «Проверено». В противном случае возможны отклонения или блокировка объявления. С помощью новой функции пользователи сайта смогут определить, кто подает объявление, собственник или агент, сообщает пресс-служба Авито. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.